Около 170 человек пришлось эвакуировать в ночь на среду после того, как на популярном среди туристов испанском острове Майорка вспыхнули лесные пожары. Огнем охвачена северо-восточная часть курорта. По сообщениям местных СМИ, ночью пожар был настолько интенсивным, что его можно было увидеть даже с соседнего острова Минорка. На борьбу с огненной стихией были направлены бригады пожарных, а также 8 самолетов. Кроме этого, на место пожара отправили 40 представителей военной службы по чрезвычайным ситуациям. Стихия уже уничтожила более 450 гектаров лесов и кустарников природного парка в Льеванте. Местные власти сообщают, что на данный момент 75% пожара локализовано. О его причинах пока не сообщается. За это лето это второй крупный пожар на острове. Так, в конце июня огонь уничтожил несколько тысяч гектаров лесов на юго-западе курорта. При этом пришлось эвакуировать целый город. Распространению огня способствует ветреная и сухая погода, установившаяся этим летом в Испании.